Жорж, один что ли? Давай я с ним поеду. А вы говорите, я вас уже снимаю. Говори. Кто, Жорж? А Жорж еще прибежит. Дырочки прикрывай. Кстати, дырочки прикрывай. Маечка нормальная, надо с собой забрать Чикаго. Самое главное. Теперь снимай, да? А что, майка классная, между прочим. Отличный, вот. Дед, ты просто свою прибери, а? Нет, он уже не сможет его никогда убрать, мне кажется. Жорж, покажи, ручкой помаши. Ты где там, Жорж? А, вон. Он поехал. А чего ты дедушку не возьмешь? Он сзади, это аптека. Я не еду в аптеку. Я нашла уже таблетку. А куда он едет? Сразу девочка. А куда ты едешь-то? Оль, на ужинать-то будем? Да. Хорошо. Сейчас еще раз будем по новой. А то я же расстроился, думал. Ну. Вроде закуски были, а так. Не, нормально, да, мы пьем. Мы так никогда ничего не выпьем. А что, обязательно выпить надо? Ну почему нет? Будешь следующих гостей принимать. Почему нет-то? Ты часто сюда гости приезжают? Редко. А мы сами-то здесь бываем. Я не выспалась. Только по выходным. Не да и, ну ты все время не выспишься, я все время не фотографирую. Да. Так, ну, достань мне еще один кусочек. Мама, сама маленький. Не может достать? А я не вижу. Ой, мне надо. Вот видите, ребят, самое главное будет очень классно, то, что все это естественно, понимаешь? Вот вы там не красуетесь перед камерой, ведете себя как на жизни. Маленький. А кто красуется-то обычно? Ну, я не говорю, что... Нет, тогда не красуется, а просто посмотри. Такая... А, да. А, сиди, я тебе принесу тут. Нормально. Сиди, я-то я принесу. Все, можешь уже поключать, потом еще разочек. Вон, ты сними, как сын езжает красиво. А что вы снимаете? Ну, выезжает нормально. Все. Поставили снять розы. Все понимаю, где розы. А, вот они. Это вот эти, что ли, да? Ну, какие? Не, ну, красиво. Красивые. Вообще красивые цветы. Вон там мы шашлычок жарим. Жарили и будем еще жарить сейчас. Вон видно, огонек горит. Так, вон там девочки сидят. Голодные. Мужчин, как видите, нет никого. А ты